Всем привет! Сегодня мы обжигаем гнезда. Болотчик, горелочка небольшая. Потому что завтра крольчикам приводить двум. Одной уже обжег, поставил. Сейчас второй. Отсадил я раньше времени. 20. Получается 9 дней, потому что завтра рожать. Как я помню, рассказывал, что крольчик раскидала, я ее подпустил к крылу. Завтра у нее срок рожать. Так что все эти гнезда обжигаем, ставим. Малышей я уже отсадил. Малышей отсадил уже в этой Калифорнии. Отсадил это Калифорния малышей. Сейчас почищу, поставлю гнездо. Малышей посадил сюда, вот рядышком. Вот они, 6 штук. Вот. Ставим поилку. Сразу отсадил, пропоил кокцидом. Вот таким. И отсадил от матери. Вот. Этой тоже поставил. Как видите, не успел я поставить. Вот она уже рвет пух. Значит, или сегодня ночью приведет, или же завтра утром. Вот только поставил гнездо, и она уже укладывает и пух рвет себя. Так что такие у нас дела. Сегодня занимаемся гнездами, обжигаем. Сетку пообжигал, потому что пуха было много. Вот. О, это и у барашихи. Видите, уже вылазят вот такие шпендики. Ну, что ты вылез? А? Иди. О, тоже гнездо ей почистил, поменял. Сухенькой соломки постелил. Вот они там сидят, ушки уже какие в них. Так что такие дела. Занимаемся хозяйством. Как видите, да, она рвет себя пух, солому даже не отпуская, перемешивает солома и закладывает гнездо. Будем ждать приплода. Так что такие у нас дела. Так. Все, наверное, на этом все. Этих сейчас тоже.